Совсем недавно подвели итоги конкурса красоты и таланта Fashion Woman 2024. Одной из финалисток стала Кристина Отекина. Кристина, расскажешь нам о том, что было в закулисье? На самом деле у меня есть очень много чего рассказать, поэтому не переключайтесь. 2 апреля в ТРК «Корстен» прошел самый яркий, фееричный, 5-й юбилейный сезон конкурса Fashion Women 2024. Это элегантное и стильное мероприятие объединило уникальные таланты и прекрасные образы, демонстрируя обаяние и утонченность современной женщины. Участницами конкурса стали девушки и женщины от 18 до 50 лет, как приехавшие к нам из разных городов от Сочи до Самары, так и жительницы Казани. Кристина Отекина, студентка и сотрудник Казанского федерального университета, участница и обладательница титула «Супермодель 2024». На самом деле, изначально я расстроилась, потому что я рассчитывала на, скажем так, призовое место, вице-мисс, вторая вице-мисс и просто мисс. Но для меня стало открытием, потому что 3 девушки, также в том числе и я, и 2 мои подружки выиграли участие в международном конкурсе красоты в Албании. Для меня это очень крутая новость, потому что я, если честно, очень сильно боялась. Это мой первый конкурс. Обворожительная, легкая и манящая. С самого детства главной мечтой Кристины было попасть на сцену, стоять под светом софитов и ловить на себе взгляды восхищенной публики. Но она не просто мечтала о сцене, а готовилась к ней. Танцы, спорт, вокал, написание стихов и авторских песен – это только минимум увлечений и хобби. Вообще, я из небольшого военного городка под Саратовской областью, и даже если я мечтала о большой сцене, я никогда не думала, что действительно окажусь на подобном конкурсе красоты. И даже если я в детстве занималась танцами, пела песни, также писала стихотворения, в дальнейшем писала свои авторские песни, никогда не задумывалась о том, что действительно буду стоять на сцене, мне будут вручать корону, ленту заветную. И это реально очень круто, когда твои мечты воплощаются, и у тебя есть к чему расти и к чему двигаться. Дни упорной работы, тренировок, примерок, творческого вдохновения. За кулисами кипели женская энергия и страсть к совершенству. На протяжении недели конкурсантки проходили самую настоящую трансформацию. Йога-практики, мастер-классы по вокалу, актерскому мастерству, визажу, тренинги с психологами и сексологами. На подиуме Fashion Women совершилось самое настоящее волшебство. Модные показы, творческие выступления, великолепные образы и драгоценные наряды превратили мероприятие в настоящее шоу. Это не просто конкурс красоты, это действительно целый трансформационный проект, потому что в течение примерно 7 дней мы с девушками, с прекрасными женщинами готовились к этому дню, самому важному финалу. И это было не просто подготовка из серии пройтись красиво по подиуму, как-то красиво себя показать, а именно внутренние изменения. То есть у нас было очень большое количество практик, практики с психологами, сексологами, также мы прорабатывали своего внутреннего ребенка. То есть это даже не столько как внешние изменения, сколько внутренние. И в самом деле эти встречи очень помогли настроиться на как раз таки такую вот энергичную, женственную, скажем так, команду, потому что за эти 7 дней я действительно увидела изменения. Острые глаза жюри пристально наблюдали за выступлениями участниц, оценивая не только облик и стиль, но и элегантность, харизму, умение выразить свой талант и уникальность каждой дамы на сцене. Выступление состояло из 5 дефиле. Первое – визитка. Наши милые леди рассказали о себе поподробнее, а мы, в свою очередь, познакомились с ними поближе. И 4 дизайнерских – домашний текстиль, стрит-стайл и 2 вечерних. Изначально те, кто был на конкурсе, уже являются финалистками. У нас всего было 22 прекрасных девушки. То есть, по сути, все участницы, которые заявились на конкурс, являлись уже финалистками. И непосредственно из них выбиралось, там, по-моему, 13 номинаций дополнительных и основных как раз-таки мисс и миссис. Партнерами проекта стали специалисты самых разных сфер. Инструкторы йоги, основательницы бренда парфюмированной косметики, мастерских ручной работы, студий правильного питания и многие другие. Одна из финалисток также являлась и официальным спонсором. К слову, их было более 40. Именно они стали наставниками для очаровательных участниц и вместе с ними проходили неделю трансформации. Вот также у нас были подарки от наших партнеров непосредственных. Там их, по-моему, около 50 партнеров. Это, на самом деле, очень большое число, потому что на первом конкурсе было всего 9 партнеров. Вот. Ну и в целом само участие, сама трансформация, которую я прошла за этот конкурс, она, мне кажется, самая ценная. Важно отметить, что финалистка конкурса красоты и талантов Fashion Women 2024 Кристина Отекина, пусть и не стала обладательницей заветных гран-при, однако своей утонченностью, изяществом и бесконечной грацией выиграла возможность выступить в следующем этапе – на конкурсе красоты в Албании, где девушка будет представлять один из регионов России. Ну что, Кристина, тебе понравилось участвовать в конкурсе? На самом деле, да, потому что этот конкурс, он не просто про корону, ленточку, все красивое платьюшко и так далее. Это больше про внутреннее состояние. И за эту неделю, за этот день финальный, я поняла, что действительно стоит к чему расти и есть к чему расти. И это реально очень крутая возможность для девушек. Поэтому, если что, советую каждой поучаствовать и принять в этом участие.
И пусть конкурс завершился, это еще далеко не конец. Елена Хугаева, Елизавета Газизянова, Универ Новости.